Новый год совсем близко. Сотрудники ОМОН традиционно поздравили ребят из детского дома «Звездный» с наступающим праздником. Росгвардейцы, как никто другой, знают, как важно их подшефным почувствовать присутствие настоящего волшебства. Впрочем, создавать сказку эти дети умеют сами. Мы решили показать «Золушку». У нас... Ну, в общем, мы решили такую, потому что она очень волшебная, можно так сказать, очень... красивая сказка, и мы решили показать это, как бы, волшебство такое. Творческие коллективы детского дома «Звездный» широко известны своей художественной самодеятельностью. Однако в этот день ребята превзошли самих себя. Сотрудники Росгвардии подумать не могли, что попадут на настоящий новогодний бал. Программа вечера оказалась достаточно плотная. Танцы, песни и даже показ мод. Новогодний подарок креативным звездам отряд ОМОН подготовил соответствующий. Световое оборудование для сцены. Я думаю, что всех детей важно поддерживать. Но этих ребят особенно, и нам очень это приятно. Это почетная миссия. Мы не только на Новый год, но стараемся как можно чаще приезжать сюда. На целый планируем вперед на год все наши мероприятия. Ходим в зоопарк, в кино, максимально стараемся оказывать помощь, как нам только позволяет служебное время. В заключении вечера подвели итоги конкурса елочных игрушек. Ребята своими руками создавали украшения для зеленой красавицы ведомства. Победителей и участников сотрудники ОМОН наградили памятными подарками. Некоторые игрушки отправят тем служащим, которые сейчас находятся в командировках далеко от родного дома. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.